закидывай туда вперед. На север. Я вижу его. Граната, блин, какой. Бэттер прям перед нами этот раз. Бэттер прям. От Бэттера к двухэтажному сломанному зданию бежит пехота. Ну, тоже глючит. О, я, оказывается, ранен. ДВшку бы кто-нибудь сегодня взял, конечно. Харёк, ты жив там, нет? Да, да, живой. Кусты вдоль забора, что ли, или что? Да, 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 вот желтый вдоль дороги еще и. Желтый гараж там еще. От ангаров был пуск только что. От ангаров я его ранил, кто делал пуск. Убрал там снайпера на крышу. Че, КПшниц. Какая труба? На ноль, на ноль, на ноль. Труба видишь. На горизонте там прям рядом с ней. На крыше. Рядом с трубой? Ну да, такая витая труба на ноль. Одна. Я там убил одного, он справа от нее лежит, он, типа. Он стоит, он стоит. А, стоит, значит другой еще. А, он как раз по нам стрелял с трубой. Убрал его. Отлично. Ну, возможно, жив, конечно.
Айдар, от нас где-то 260 убили, ярч. Да, скорее всего, враг. Надо сдвиг, он лутался. Давайте сдвиг. Там они задымляются, там сразу понятно. Всё. В дымах враг. Морису, всё. Это прям быстро убираю и башню там всех. КВшку бери. Принял. Главное турщиков сейчас смаслить. Это хера здесь подряд. Айдар. Это ты? ДНК здесь. О, ПТРК нашли. Разобрать? Все, Морис? Нет, едем, нормально. Векер. Смет, просто перебил. Короче, и там ТРК он нашел. Я это понял, тут по мне отработали, я отошел, я не понял, возможно, свои. Смотри, да, Морис, от тебя на 120 они возле домов. Сейчас выключу, посмотрю. Айдар одного ПТРКшника убил, возможно, у них еще есть, крот. В твою сторону бежит с ДВшкой. На эти метки сяй, да, Шитан? Только что за тебя прошу. Морис, сразу смотри на левую часть. В упор, говорит, не знаю, что будет, тут тоже все. Говорит, наблюдайте здесь. Да. Ух ты ж, ёжик. Глушак, да, летит? Да. Вот у меня тоже летел какой-то глушитель. Морис, по тебе! Вижу их, вижу одного, да. Море, убивай его, без ответил. Он далеко. На 120 крайний дом, двухэтажка, первый, он, они там. Серый такой дом? Да, метку ставлю. Сейчас на второй этаж. Возле домов нет своих там, у серых, самых южных? Давайте помощи. Где ж тут парень? Короче, Майк здесь где-то бегает. Один бег. В этих районах. Минус еще, Морис, быстрее. Мне нужен ближний боец туда. Куда? В дома? Сюда. Дома двухэтажные, серые, самые южные. Да, я бегу. Я дорогу перебежал по левой стороне. Ты в доме, Гром, или на улицу? В доме. Понял. Вот там, сейчас поставлю. Я понял, в котором. Как там? Второй этаж, чистю.
Серый дом зашли уже, да? Вижу, он уже будет. Кому? ПТРКшник минус. Где гранат взорвался за этим домом? Ниточку сейчас посмотрим. Забежал за дом. Я метку поставил, там пех с СВД, по-моему, следом меня идет. Руки-то. Кто сейчас подошел к серому двухэтажному? Я. Ты как к моему подошел? Нет, косел, так за этим. Ушел там. Блин, я не знаю, убил гранаты, вот рядом дом. Забежал, метку поставил. Сейчас еще одну кину за дом. С мэтом к южному дому разговаривай. Убил ты, по-моему, громче. А, он там лежит, раненый. Да, нет, добейте его. Это мой ресурс. Все. Так, по мне работает. Так, иду до дома проверять. Вижу КСВК. Юг от нас, Шайтаныч. Далеко? Сейчас дам метку. А Шайтан здесь чисто. Я готов работать. Вижу. Давай, раз, два, три. Все нормально. А со 120 был выстрел. Слышал, да. Вижу, там ползает. Вали его, если видишь. За деревом. Гром живой? Слева по елкам. Прям по полю сейчас будет идти. Че, по нему огонь? Работайте, если может. У меня деревьями закрыт пока. Обратно в елке бежит. Вероятно. ХПшка чья была? Все, отлично. Блять, я ни разу не выстрелил. Да. Давай сыграем. Сколько лент? Телепортнет или нет? Кто следует дальше? Си. Эх ты. Надо поделиться. У меня 11. Я куда тебе сейчас столько исправим. Убивать. Вам сейчас вес нужен поменьше, чтобы быстрее добежать, не забывайте. А он, кстати, не влияет на вес. Другое дело, что я все равно устану. Давай еще один шажок делай. Твой ход, Морис. Да вы как бы почему водители поешь? Просто обернитесь и гляньте, где все стоят нормальные люди. Шайтан, присоединяйся, давай.
дальше проходи. Ха-ха! Че ты, Морис? Я проиграл! Как обычно. Двоечник.